Твери продолжаются работы по программе реализации предложений жителей. В ее рамках депутаты городской думы работают по обращениям руководителей муниципальных образовательных учреждений. Так, одним из объектов, который попал в эту программу, стал детский сад номер 33 в Центральном районе. Здесь были установлены новые домофоны и электронные замки на калитках. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Детский сад номер 33 хорошо известен жителям Центрального района Твери. В двух корпусах учреждения на сегодняшний день воспитываются более 300 дошколят. Объект введен в эксплуатацию в 70-х годах прошлого века. Понятное дело, за эти годы проблем в образовательном заведении накопилось много. Руководство садика решает их совместно с депутатами Тверской городской думы. За последние годы, рассказывает заведующая детсадом Юлия Погудкина, благодаря плодотворной работе с Алексеем Арсеньевым удалось сделать многое. Мы очень давно работаем с Алексеем Борисовичем, и благодаря нему смогли решить очень много важных для детского сада проблем. Мы заменили очень много старых оконных блоков. Алексей Борисович помог нам провести капитальный ремонт части здания. Мы поменяли полы в одной из групп. Мы поменяли полы на пищеблоке, что для нас было крайне актуально. Полы просто уходили. А совсем недавно была решена еще одна проблема. Благодаря программе реализации предложений жителей в детском саду были установлены новые домофоны и электронные замки на калитках. В общей сложности в двух корпусах детского сада было установлено 8 домофонов и 2 замка. На эти цели было потрачено 215 тысяч рублей из так называемого депутатского миллиона, который выделяется народным избранникам для работы на округе. У нас несколько лет назад была организована программа «Безопасный детский сад», которая как раз и предусматривала решение проблемных моментов, связанных с ограждениями, с входными группами, с доступом, с видеонаблюдением. Это есть требования, в общем-то, и Роспотребнадзора, и требования наших органов власти. Это работа планомерная, целенаправленная, и мы стараемся ежегодно выделять определенное количество денежных средств именно на решение этих вопросов. Как отметил Алексей Арсеньев, эта работа продолжится и в следующем году. По программе реализации предложений жителей деньги будут выделены на решение насущных проблем в других муниципальных объектах Твери.